Алло, я слушаю вас. А, да, Татьяна Саватеевна, здравствуйте еще раз. Это Алексей Косоруков, корреспондент Ириграда. Сейчас у вас минуточка есть, тогда что-то не удалось поговорить. Ну, давайте вопросы какие вообще. Ага, у меня просто один вопрос. Вот хотелось бы развенчать или, наоборот, подтвердить информацию о том, что якобы в речном вокзале хранились фонды областной картинной галереи, там музей объединенного. Вот. Полный бред. Это просто какие-то инсинуации, если... Слышите, Дамарович, если бы вообще вы просто не знаете условий и требований хранения, глупость какую-то напишите, а я вам должна это по телефону опровергать. Идиотизм полный. Не, ну мы не просто хотим понять, там, знаешь, ничего не хранилось. Вот мы это и хотим написать. Ну откуда? Вы же все знаете, что у нас есть Донской, что мы там специально делали фондохранилище. Скажите, с какого панталыку их нужно везти в аварийное здание? Вот скажите, вот вы повезли бы, допустим, не знаю, свою мебель, свою библиотеку, повезли бы вы в аварийное здание, когда вы имеете не аварийное? Ну, да нет, конечно, просто вот мы потому... Ну так а в чем дело? В чем дело? Даже... Просто смешно мне задавать такие вопросы. Извините, все. А вы их ничем не перекладываете? Прям так, да, получается? Ну, быстрее его возьмите. Ну, так нормально. Не побьются они, да? Мы же приводили в тюрьму с полностью Донской. Хорошо бы коробочки. А? Коробочки, если бы они принесли бы еще. На вот-то поместится.